друзья, я даже боюсь пока что-то комментировать. Коллега, а что случилось здесь? Авария. Я вижу, что авария. А что, как произошло, не в курсе? Нет, я тоже поехал поздно. Никто ничего не знает. Говорят, складывать начало ткани. Вот, говорят, так говорят. Кошмар. Свидетеля уезжают, два парня. Ё-моё. Эх, а водитель-то жив хоть? Это ваш вот Дентра, да? Да. Подожди, это вот наш же КамАЗ стоит. Кабина-то чья это? Это дентровская кабина. Ну, ваша кабина. Эх, это они лоб в лоб сошлись. Кошмар. А что, эту кабину оторвало даже? Это же какой удар-то был, блин. Не, может, ему и повезло как раз то, что оторвало кабину. Е-мое, а кто подробность хоть знаете? Я тут подъехал. Сказали, что занесло. И вот еще две ушли, да? Они уже от ударов. Ну они-то хоть все нормально у них. Блин, это же каша вообще. Вот это зацепить надо будет. Там стоит устали морг. А что, водители с летальным исходом? Кошмар. А другой водитель вот наш. Ну его хоть в сознание увезли, не знаю. Шок у него. Ну надо. Вышел, вот сюда подходил, он даже. Так он, значит, ему уже в прицеп ударил, раз не в кабину, да? Там получилось, видел куда-то. Да я и говорю, что кабина-то осталась, слава богу, это. Капец. Да, получается, повезло, что в угол ударил. Но этим ребятам больше повезло, да? Ё-моё. Так, ну эти ребята просто съехали. Ладно, еще было куда уйти, что кувет здесь неглубокий.